Внутренняя и внешняя поддержка новой легитимной власти в Республике Молдова растет. И я уверен, что этот процесс будет продолжаться. У нас есть реальный шанс обеспечить мирный переход власти в Молдове. И я обращаюсь к тем, которые не хотят это понять. Еще есть время. Мы приняли решение 16 июня в 11:00 призвать наших сторонников на народный марш в поддержку новой власти. Люди протестуют и хотят, чтобы у нас не было... Это у нас протесты мирные, чтобы у нас не повторялся второй Майдан. Потому что каждая семья имеет родителей, дедушки, бабушки, дети, внуки и так далее. Это очень большое горе для народа, когда руководство не могут между собой делить власти или не берут правильный курс для развития Республики Молдова. Mai sus singură. Люди обозлены. Видно, что людей сначала лишают работы, куска хлеба, работы, обнищают их, нет никаких условий для них жизни в районах. А потом по району собирают и приводят сюда за 500 ли, за 200 ли, за 300 ли, не имеет значения. Главное, что люди, извините, продают свое личное время, не понимая, кого защищают и за что защищают. Duminică, la ora 11, veniți în fața Parlamentului, din toată țara, în marșul poporului, pentru a arăta lumii întregi că Republica Moldova a învins. Iar dictatura, de care părea imposibil să ne debarasăm, a fost dărâmată. Eliberarea țării de Plahotniuc este victoria voastră. Este o victorie pe care nu este nimeni în drept să ne-o fure. Nimeni și nimic nu poate opri poporul care are dreptatea și legea de partea sa. Dar fiți vigilenți, pentru că regimul lui Plahotniuc va face tot ce-i stă în puteri ca să împiedice, să vă împiedice să veniți la marșul poporului. Vor încerca să oprească transportul public, vor amenința șoferii, vor bloca străzi.